Вполне вероятно, что однажды кто-то стучал в вашу дверь, желая поговорить с вами о Библии, о вере в Иисуса. И вы начинали говорить с этими людьми, а их всегда двое. И вы обнаруживали, что их перевод Библии довольно необычный. И вы обнаруживали, что их верования весьма необычные. И вы обнаруживали, что они на самом деле свидетели Иеговы. Являются ли свидетели Иеговы истинными христианами? Ответ – нет. Возможно, что среди свидетелей Иеговы есть истинные христиане, но так может быть только потому, что они не верят в то, чему учат свидетели Иеговы. Это культ во всех смыслах этого слова. Это культ со своим собственным переводом Библии, который во многих местах ужасен и искажает то, что сказано в Писании. Это культ, который утверждает, что все люди по всему миру, которые исповедуют веру в Иисуса, которые рождены свыше в Духе, грехи которых прощены и которые следуют за Иисусом как за Господом, верят в триединство Бога, все они, вся церковь, заблудшие и проклятые. Свидетели Иеговы являются культом во всех смыслах этого слова. У них есть руководство, которое устанавливает определенные ограничения для них. На самом деле, они ходят от двери к двери не потому, что они хотят это делать, а потому, что от них требуют делать это. Это система праведности по делам, которая заводит людей в рабство. Если вы поговорите со свидетелями Иеговы, вы не увидите, чтобы они говорили о своих личных отношениях с Богом и дружбе с Богом. Вместо этого они тяжело трудятся для того, чтобы как-то быть принятыми как рабы Иеговы. В Иоанна 1:1 сказано следующее. «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Или, как звучит последняя часть в других переводах, «И чем был Бог, тем было Слово». Свидетели Иеговы избегают этого, потому что они отвергают божественность Иисуса. Они отвергают триединство Бога, а именно божественность Иисуса. В конце концов, они говорят, что Слово было Богом, одним из богов, что значит, что у них больше одного Бога. Когда Иисус воскрес из мертвых, и Фома подошел к Нему и сказал, «Господь мой и Бог мой». Иисус не сказал Фоме, «Что? Не называй меня Богом, ты шутишь?» Он сказал, «Теперь ты веришь, теперь ты понял». Свидетели Иеговы не понимают силы креста, они не понимают, что на кресте пролилась искупительная кровь Иисуса, которая стала гарантией их спасения. Они не понимают, кто Он такой, они верят в то, что Он созданное творение. Они очень искренние, но очень заблудшие люди. Являются ли свидетели Иеговы христианами? Нет, они не христиане. И если вы не готовы к тому, чтобы делиться с ними толкованием Библии, делитесь с ними своим свидетельством, свидетельством преображения жизни в Иисусе. У них этого нет.